пенсионеров из Северского района учат работать с компьютером. Северский комплексный центр социального обслуживания населения на улице Партизанской оказывает целый спектр услуг, в том числе и в направлении компьютерной грамотности. Нужно только записаться и 2 раза в неделю посещать уроки. Прилежание и интерес – залог успеха, рассказывает преподаватель курсов Инна Кравцова. Отбоя от желающих нет, а самому возрастному ученику на ее памяти было 82 года. Учиться новому никогда не поздно. Вячеслав Рева приезжает в районный центр станицы Калужской. Мужчина твердо решил освоить программу для создания текстов. Говорят, пришли письмо, и все требуют в электронном виде. Мне нравилось всегда писать письма, начиная с тех, когда объяснялся там любви жене, девушкам и потом. Вот. Ну, а они требуют, нет, давай в электронном. Вот увидел объявление в Зорях Северских и приехал. Вот. Хотя в советское время печатал еще на обыкновенных машинках. Учеников старшего поколения учат работать с различными программами, печатать объявления и тексты, но главный интерес у них все же вызывает глобальная сеть. Больше всего им интересно в интернете, естественно. Да. Информацию они всякую находят, девочки по вязанию там смотрят, рецепты выбирают. Подобные проекты позволяют людям серебряного возраста идти в ногу со временем. Овладев компьютерными премудростями, можно и нужную информацию найти в интернете и родным по скайпу позвонить. Кроме того, немаловажно, что такие услуги предоставляются совершенно бесплатно.